Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами тут Импаут, а мы продолжаем играть в Far Cry Primal. Давно я не играл, вообще очень давно, к сожалению, много дел всяких, и, ну, вообще нету времени записывать, но сейчас вам выйдут, так сказать, бонусные ролики, которые я до этого записывал. Я до этого один ролик записываю, сейчас вот этот вот записываю, поэтому вам будет уж точно что посмотреть, и это хорошо. Так. Смотрим, значит, что мы сегодня будем делать. Я сейчас нахожусь у нас вот в этом регионе, а нам надо идти по сюжету. Прям срочно. Я предлагаю сходить задание Вуги пройти. Надо его пройти, потому что оно самое ближайшее, так сказать, к нашей деревне. И да, привет, Илья. Мы с тобой уже ВКонтакте обсудили эту тему, то, что Ген 2 вышел, и я говорил то, что мы все и так узнаем сюжет, когда выйдет Ген 2, поэтому ролика продолжения не будет, а насчет сюжета я тебе уже все объяснил, поэтому с тобой все ровно. Спасибо за твой комментарий. Так. Мне, кстати, наверное, лучше взять копье. Ух, вы чё, фига, оно ваншотит. Я ж копьё себе дубинку прокачал еще в этих северных лесах. Фига себе, оно мощное. Нормально так. Так, а тут нам как спуститься лучше? Так, ресурсы тоже собираем, куда же без них. В принципе, немножко осталось, дойдем пешком. Не вижу смысла нашего зверя вызывать. В прошлой серии, насколько я помню, мы за каким-то там оленем охотились. Было прикольно. Так, этих мы не палим. Сидят и сидят там, не будем с ними конфликтовать. Так, кабан. Кабан в панике просто, но мне надо его догнать. Потому что, да. Потому что мне нужно копье и его шкура. Хорошее копье. Жесткое. Так, это кто меня там палит? Ты меня не пали, друг. Как лечь? А, можно сесть. Точно, тут только садиться можно. Так. Их там трое. Синят, чилят. Ну вот пусть дальше и сидят. Пусть дальше там и сидят, конфликтовать с ним не будем. Кстати, лук у меня тоже новый. Прокачал. Я же его менять могу, да? Да, вот, я его могу менять. Ну, отстаньте. Так, пикуруса. Нам надо туда по заданию бежать. Ух, нифига себе. Я думал, мы сейчас брякнемся и все с концами. Так, здесь у меня все полно. Со стенкой мы тоже взаимодействовать не можем. Так, и чё? А нельзя, что ли? Заберитесь на утёс, чтобы найти перья редкого орла для Вуги. Ну, я хочу. А нельзя там, да? Надо обязательно мне где-то здесь. А, вот. Нашел, а там у нас что? А, то есть я с той стороны мог еще сюда идти, понятно. Контрольная точка. А, на меня сейчас они нападать будут еще.
Так, это я одно залутал. Фига себе. Я что сейчас сделал? Я его по нему махнул, что ли? Давай. Так, ладно. Сейчас бежим сюда. Смотрим, что у нас здесь. Змея. И тут еще где-то змея. Вот она. Так. А, нам же, наверное, можно этого. Да вы гоните, я не хочу орлов убивать. Я еще вот сюда выше заберусь. Надеюсь, тут есть гнезда. А, да вы вообще больные, оказывается. Надо туда еще лезть. Так. Ага. Еще нашли перьев. Поехали туда. Ну. А что, захвата у нас не будет? Да неужели? Так, отлично, еще гнездо. Так, теперь по закону жанра лезем сюда. И здесь у нас где-то должно быть последнее, походу. Да, вон она. Это, видать, по сюжету, да, специально так на краю? Нырните в воду. А, прыжок ассасина, что ли? Серьезно? Ну давай попробуем. Прикольно. Быстрое задание. Сейчас дальше посмотрим, что у нас. Дальше у нас есть задание. Так. Защитите мамонта, оседлайте его и раздавите охотников удом. Так, это я потом его оставлю. Давай вот этого выполним. Шамана нашего. Сколько у нас? 10 минут сидим. Так, до него тоже недалеко, в принципе, но в этот раз я думаю, что я бы поехал верхом. Иди сюда. Так. Тут, получается, надо в обход доехать. Ну, давай, погнали. А, это наши. Фига тут олени эти. Суету навожу, хотя просто пробежал. Так, вот это соберем надо. Так, это точно надо. О, как хорошо фармится-то.
Жаль, ночь настает. Сейчас всякая дичь будет появляться на дороге. Так, вот это вот северный кедр, это полезно. Так, видать, надо еще выше. Да, вот эти супер редкие ночные животные. Ну-ка, давай-ка одного соберешь. Это мой вообще-то. Это моя добыча, братаны. Так, ага, здесь можно забраться, но мы объедем, нам же недолго. Фига себе, это кто там такой? Ты чё, больной? Не надо таких медведей на меня агрить по дороге. Вы чё, с ума сошли? Так, здесь уже, видать, другой биом начался. Так, это залутать надо обязательно. Кровь у руса получил, фига себе. Так, ну погнали. Господи, я ж офигел. Так. Идем по следам, чтобы найти. Гореть огненное оружие. Так, вот медведь, это опасно. Сейчас, кажись, на этом, на тигре поедем. Ибо медведь, это не круто. Это я, видать, не туда пошел. Так, бежим сюда. Так, сейчас посмотрим. Так, короче, все загорели, типа. Собаки. Не, ну мне не жалко, я могу поджечь. Так, ко мне вообще не подходите. Так, вот это надо посмотреть. Винжа сражаться, почти сбежать. Там грибы, которые слишком сильные. Да ты гонишь. Они сюда, что ли, пошли? Ага. Да, следы, кстати, большие, больно. Или, может, мне кажется.
Наверное, показалось. Встать, вредить людям. Фига себе, чё громче. Вредите людям, думает, тут сила. Сгореть. Блин, а я его могу спасти? Давайте игру прямо сейчас пройдем, я ее убью и все. Теперь этот. Вредители Винджа умные. Блин, я его не могу спасти. Сильные. Послушные. Не, я его не спасу. Теперь Винджа служить сухли. А, фига себе она. Идти. У нее сила. Вождь солнцеходов может. Фига, она заставила Винджа служить. Вот это прикольно, конечно. А я думал, она его сейчас убьет. Ну, слава богу. Значит, спасем. Ну, надеюсь. Попозже, чуть-чуть. Так, ну поехали. Тут надо кое-что подниматься или как вообще? А, вот, забраться. Найдите вход в лагерь Зилы для пленных. Сейчас найдем. Уже, кажись, нашел. Ух, фига себе, а ты что тут делаешь? Так, давай-ка я тебя это отсюда выкину. Ты мне мешать, наверное, только будешь. Отыщите захваченных Винджа. Так, это, короче, стелс пошел. Солнцеходы, сажать Винджа в клетку, разрушить лагерь солнцеходов. Разрушим. Разрушим, разрушим. А, точно, сову надо. Мы сейчас при помощи совы посмотрим вообще обстановку у нас тут. Так, вот это все разрушить можно, а это все сожгу. Меня больше интересует, где у нас эти Винджи наши. А, вон, вижу нашего. Сидят в этих клетках. Фига себе их тут. Вау, уже начали на меня нападать. Ну давайте подеремся. Ёбкого мене. Козлы, они идут их убивать, да? Не, мне нужен тигр. Мне явно нужен тигр. Давай, давай. Иди сюда. Ай-яй-яй, больно как. Сейчас.
Наконец-то. Так. Лутаемся, не забываем. Сейчас будем наших освобождать. Так, он там сидит. Ах ты ж скотина, откуда? А, вижу. Так. Фига я снайпер. Так. Обыскали. Так, ну это нам надо все поджигать, как говорится. Стрелами это делать проще. Сейчас мы наших отсюда достанем. Так, это что тут было? А, забраться не надо. Так, вон наши сидят. Блин, жаль, меня спалили, когда я сову вызывал. Реально жаль. Так, тут у нас что? Да не надо вот эти вот проходы всякие мне тут. Не хочу. Так, поехали. Варпа. Сражаться будем. Так, поехали. Ах, ты ж козлы. Блин, сори. Это я попаду в тебя сегодня или че? Стрелы кончились. Так, это все спалить надо. Сейчас мы это все спалим. Так. Все вроде. Победили. Всех победили, остановили. Покиньте лагерь для пленных. Ну, поехали. Ой, фига тут. Ну, кого-то хоть освободили, и то хорошо. А, вот оно что тут было. Это уже, наверное, ушла отсюда, да? Винжа! Винжа, куду хести? Ча, моро. Чуа лаханти? А, меня в яму собрались выкидывать. Прикольно. Имо! Так вот он, хозяин зверей. Он сражается огнем, как и Зива. Он мечтает стать как мы. Да не, ни капли. Ты сильный, Винжа. Ты хотеть править в Руси, как и Зила. Я делать тебя великим.
ты служить только мне. Только Батаре. Ой, да конечно. Ага. Я никому не служить. Ты хотеть сражаться, как Изила? Ты гореть, как Винджа. А, скотина выкинула. Ну ладно. Я тебя запомнил. Мы ее найдем сейчас. Так, как отсюда свалить? Намазай, что делать? А. Все. Я понял. Не, а как у них в яме оказалось лучше с водой? Это же понятно, как отсюда свалить. Это вообще изи оказалось. Указывай, а. Да, наивные, конечно. Надо убивать до конца, а не просто кидать в яму. Так, ну давай плыви, сейчас задохнешься, я тебе дыхалку не качал. Фух. Текаем отсюда. Так, а тут я выйти не могу, что ли? Во, все. Так, кто там счастливый на меня выделывался, а? Козел. Теперь в деревню вернуться. Все хорошо. Хозяин зверей. Ты спасать Минджа от солнцехода. Дух нашего брата благодарит тебя. Я видеть вождя солнцеходов. Он забрать Минджа. Ты видеть Батари? Дочь солнца сердцем из огня? Батари заставлять Винджа строить ей храм на болотах. Я находить Батари однажды. Я находить ее снова. Дочь солнца родится из огня. Она кричать огонь. Она жечь людей в пепел. Ты крепнуть, хозяин зверей. Скоро ты встречать Батари. О. Ага. Новое задание, точнее новый чел, которого можно найти. Так, мыслителя какого-то. Угу. Так, ну да, мне тут расширяют границу, куда я могу пойти. Надо сейчас вот в деревне пообщаться со всеми. Охотник Винджа выслеживает зверей для деревни. Им нужен быстрый охотник. Твои ноги мамонта быстро бежать? Ты на охоту с нами ходить, силу показывать. Так, задание взяли. Что у нас с этим-то?
с дедулькой. Я ж ему этот нашел. Перья. Звери удом напасть на старый дом Винджи, разбить тотем, съесть мою руку. Я не исправить руку, не исправить тотем. Ты убить удом обмоченный, ты забрать обломки тотема, тогда я построить новый дом для Винджи. Так, и тут что у нас? А, тут уже сюжет. Твой дух кипеть. Ты пить кровь солнца. Смотреть, что кормить солнцеходов огнем. Блин, зачем я сюда зашел? Сейчас же миссия будет смотреть. Хотел завершить серию, а сейчас миссия будет. Ну ладно. Сколько у нас там? Ладно, успеем. По-быстрому сейчас посмотрим. Так, контрольная точка. Видение огонь. Что-то пугать Изила. Ну да, почти такая же картина. Ты не трогать крати. Мей, кратин кледи! Мей, кратин кледи! Изила боятся крати. Я нести крати. Ё-моё, у меня огненный лук. Все Изилы боятся огня крати. Удерживайте ТТТ, чтобы выстрелить метеоритной стрелой. Убейте 5 врагов, чтобы зарядить огонь крати и получить возможность сделать мощный тройной залп. После тройного залпа вы переключаетесь назад на метеоритную стрелу. Понял? А тут попадать обязательно, да? Ладно. Ну хоть бесконечно, и то хорошо. А. Прикольно. Не, ну это вообще ламповые миссии. Так по-быстрому всех мочь. Чем-то напоминает лук с Far Cry 4 в этих миссиях специально. А, еще я не горю. Блин, вот это вот мне больше нравится, чем с холодной дубинкой бегать. Как она мимо пролетела. А, ну мало того, что поджигает, она еще и... Давай камни разрушать. Все, я понял. Дай-ка мне залп.
Или так можно? А, так можно. Не, ну это не тот зал, который бы я хотел. Так, давай-ка вот такой. Так, хорошечно. О! Бум! Что, это все видение, что ли? А, нет. Еще не все. Фига у них там. Жесть вообще происходит. Единственная проблема в том, что бежать долго. В луну стрелять? А что из этого луна? Вот этим крайним залпом, что ли? Давай попробуем. Да ну нафиг, реально? Вот это прикольно. По натуре стрелы до луны долетает. Так, давай еще. Тройной залп. Что, есть еще кого это убить-то? Или я всех убил уже? Красота, конечно. Так, давай, тройной залп. Все, завершили. Оба, что ли, этого самогона нафигачили своего. Я видеть конец солнцеходов. Нет. Конец Уруса. Конец всех. Все, чего солнцеходы боятся. Ты видеть маску. Крати. 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 Мне снова это снится. Вон, вон. Акис. Акис. Ты ходить. Ну все. Ладно, дорогие друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.
Всем до скорых встреч и всем пока. Всем удачи. Ждите новых серий. До новых встреч.